А перед началом ролика хочу поставить вам канал «Сельские пацаны». Чувак снимает видео по Намальску, по Сампу, снимает блоги, спинтайрес, ЕТС-очку и другие игры. Советую вам подписаться, я сам подписался. Ссылочка будет в описании, обязательно подписывайтесь, качественный монтаж, классные превьюхи, я вам всем советую. Приятного вам просмотра. Complex, I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again. I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me. I swear I can't only touch one. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Сегодня мы играем в криминалочку на сервере Amazing Replay. Первый сервер, мы Кирилл Путбулов, я сегодня играю на твинке. Я все еще в ДПС, но в ДПС, как вы знаете, я сосновы. И сегодня решил разбавить контент немножко и просто поразвлекаться, покататься, отдохнуть на Ямахе. Да, на Ямашке сегодня. Я хотел взять Мерс, потом что-то думаю, да не, лучше Ямаху возьму. На ней повеселее будет, как бы, я думаю. Не знаю, чем займемся, но я решил, думаю, вам надоело. Каждый раз будем ДПС уже на протяжении недели. Уже надо разбавить немного контент для вас. Потому что, я думаю, вам надоело смотреть постоянно будем ДПС. Конечно, они интересны, будем ДПС и так далее. Но, думаю, вам это поднадоело. Поднадоело, поэтому я решил сегодня зайти на твинк. Поразвлекаться, поразговаривать с вами. Кстати, я думал тем, чтобы делать свой модпак. Я не знаю, говорил ли это в предыдущей серии, либо она еще не вышла по ДПС. Ну, наверное, больше всего, что она еще не вышла, эта серия. Но я решил начать делать свой модпак понемногу. Давайте заедем в Батырево, посмотрим, что у нас там происходит. Здесь у меня, к сожалению, випки нету, чтобы патроны поворовать хотя бы. Чтобы поворовать патроны, но в принципе ничего страшного, думаю, в этом нету. Так, ложанка стоит чья-то. Не, ну это красиво, конечно, Ямаха, но она, блин, не красится, вот в чем проблема. Она вот здесь желтая, ее нельзя перекрасить, она и будет желтая. Вот в чем проблема. Вот в чем вся проблема. Вот так прикольная моделька. Но все равно я буду искать та, какая красится. Какое себе объяснение, чоп солнце. Можем в ПГ вступить? Реально, может взять в ОПГ просто вступить. Серьезно, давай. Поехали попробуем в ПГ вступить, серьезно. Вот это поворот! Почему бы нет? Почему бы реально нет? Угорать можно. Реально, как бы спонтанно тогда. Чё это такого? Спонтанно вступим в ОПГ. Ничего страшного, еще в любой момент мы сможем уйти. Как бы вообще насрать. Поэтому все четко. Все четко. У меня 5-й уровень. Думаю, этого хватит. Так, я прописал паспорт. Видите? Отыграл передачу паспорта. Так, пас 82. Че не вообще по паспорту? Я хз. Законки 69, но этого, думаю, хватит. У меня патроны даже есть. И металл. Ни хера себе. И наркотики. Четко. Вот это поворот. Телефон, мобильный счет. Деньги. Нормально. Вообще четко, да? Просто четенько. Коронная фразочка. Сиська картошка. Сука. Лол. Просто лол. Я просто играю, пиздец. Как-то похер, возьмут меня или нет, но это спонтанно, это полный трэш, реально. Пойти в ОПХ я вообще не собирался, на самом деле. Я увидел объяву, такой думаю, бля, хули нет. И все. Да, я ему даже половины не рассказал, он уже меня принимает. Ну, лол. Я просто угораю. Как так-то, блин? Господи, я просто, ну... Он спросил, вот, термины, сейчас. Блять, вот. Я ему только вот на 3 ответил, видите, сейчас. Вот, он сразу меня начал принимать. Господи, я в шоке, реально. Вы что, ебанутый, что ли? Это просто трэш, конкретный трэш. Я ему отвечаю. Давайте наркоты положим, хули, мне она не надо, как бы.
Давайте зайдем, им наркотиков положим. Мне-то вообще похуй. Реально, это так спонтанно получилось. Сейчас бы у них деньги из общака списали. Так. Положить деньги. 130. Мне они как бы не нужны. Если чё. Зато я теперь могу оружие делать себе. Вот это на самом деле круто. Положил в общак 130 грамм наркоты. Вообще неплохо. Так. Мак и гум. А у меня же нет этих, как его, рецепта на оружие, ни на какое вообще. Это на самом деле хреново. Нахрен я тогда сюда вступил. Ай, это ж я, ёпта. Это ж я. Просто спонтанно вступил в ПГ. Непонятно зачем, непонятно для чего. Вообще, я красавчик, конечно, да. Я молодец. Просто так вступил в ПГ. Ну, нормально, чё. Почему бы и нет, ёпта. Почему бы и нет. На этом, думаю, будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, если не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылочки есть в описании. Обязательно заходите на Сирайте, ждите новых серий. Всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night.